Здравствуйте, уважаемая Людмила Алексеевна, Евгений Давыдов. Добрый день, здравствуйте, добрый день. Как здоровье ваше? Мое плохое здоровье. У меня была операция на ногу. Вырезали косточки, потому что я упала. И вот сейчас до сих пор лежу еще уже месяца 2-3, наверное, вот не могу еще ходить. Вот такие дела. Была модная болезнь инсульт. Вот так вот. Это чувствуется по разговору. Как вы поживаете? А у меня все-таки мысли есть поговорить с руководством этого концертного зала Хренникова. Да. Вас пригласите. Немножко адаптируйтесь, я даже с ним поговорю. Когда вы сможете, по состоянию здоровья. Надо до осени подождать, сейчас уже нет. Да, конечно. А я хотел еще в прошлом году, были такие мысли, я позвонила, а у вас телефон не отвечал. Я не была, я была в больнице в это время. Да, и я уже позвонила женщине, которая писала о вас книгу. Поинтересовался, Людмила Алексеевна, передайте ей скорейшего выздоровления, не знаю, она передала вам или нет. Не передала, спасибо. Она говорит, я освещаю, говорит, это все в Фейсбуке. Я говорю, у меня есть Фейсбук, но я к нему как-то спокойно отношусь так. Она сейчас пишет книгу о Каревой, о певице нашей. Она хорошо пишет, кстати, очень, да. В этом году отмечается 10 лет памяти Тихона Хренникова. Да. А я же обратился к Путину и Медведеву с письмом. Письмо рассмотрели и передали в Министерство культуры Мединскому. Это будет отмечаться на серьезно. А Медведев, правда, месяца через месяц где-то рассмотрел. И мне уже пришло письмо уже с управления культуры области. Да. Письмо они получили, что они обязуются меня информировать о тех мероприятиях, которые будут проходить. Людмила Алексеевна, некоторым лекторам не нравится, что Давыдов вот так и проворачивает. Ни с кем не советуется. И везде надо вообще капать на мозги и все прочее. Господи, о чем речь? Вот. Я стараюсь, чтобы помнили о Тихоне Николаевиче. Все ну, надо везде двигать и шевелить. Людмила Алексеевна, спасибо Господу Богу, что вы еще есть на этой земле, что я имею честь и счастье беседовать с вами. А вам просто нижайший поклон до земли за те произведения, которые вы написали, которые помнят люди. Людмила Алексеевна, вам здоровья, скорейшего выздоровления. Мне еще хочется на вашем каком-нибудь еще на юбилее вас снять концерт, где Людмила Алексеевна снова на шпильках будет танцевать. Спасибо большое. Я думаю, что так еще и будет. Я буду стараться. Хорошо, спасибо большое.